Прекрасно. Дойдет ли он? Да бери, бери, да дойдет. А? Классный аппарат. Как, смотрите. Значит, зашел. Есть. Есть карась. Хороший такой. Поклевка карася была. Трава сегодня не дает ловить. Только уже травы вытянул. Есть. А, пошел. Пробую возьми в этой траве. Не знаю. Ну и поклевочка. Что там такое? Карасик. Есть что-то? Есть, наверное, карась. А, есть. Хорошие караси пошли. Вот, еще один. Карп пока молчит. На два спиннинга сразу. Легко. Карась. Была поклевка, есть карась.
лапа клёвка. Смотрим, что это такое. Здесь есть карась. Столько сходу в этой траве быстро тяну. Тоже сходит. Крупный сходит чаще. Вот такой карасик. Карасика была. Была поклевочка. Так и не сразу надо вытягивать. Поклевка называется. Там и карась есть, но тихо, 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 надо. Там пушка надо спасти. Так заглотил. Вот. еще отживет. Давай. Смотрите, какой карасик под завязочку. О, да він набрав на морду, то він вже не дергається. Ага, дергається. Вот такая -то рыбалка у меня сегодня была в траве. Вот. Буду заканчивать рыбачить. Сазан больше не клюет. С утра клевал хорошо. У меня сегодня рыбалка удалась. Поймал несколько сазанов. Карася наловил. С утра хороший был клев до обеда. После обеда карась поклевывался изредка. Карп сазан не берет. Мне сегодня удалось поймать сазана хорошего. Большой сазан пособирал мне почти все спиннинги в одну кучу. Пришлось все перезабрасывать.
На сегодня все. Покажу вам еще улов. Кому понравилось видео, пишем комментарии, ставим лайки. И гости канала, подписывайтесь на канал. Сейчас покажу улов. Вот сколько карася, поймал карпин и вот этот карась. Сейчас на него.